Это Life. Мы продолжаем рассказывать о событиях этого дня в прямом эфире. Причиной аварии в Керчи могли стать незадраенные люки. Два человека утонули при буксировке крана в Керченском заливе. Это произошло. Вот минувшей ночью плавучий кран затонул в районе Ялты в 4 километрах от берега. По данным, на борту работали 7 человек, 5 из которых МЧС удалось вытащить на берег. Целый час команда пыталась спасти кран. Они включали помпы, отключали, откачивали воду, но не удалось все же спасти ситуацию, потому что глубина пролива в этом месте около 90 метров. И плохая погода, сильный ветер, все это затрудняет поиски тел. На месте работают вертолеты МЧС, спасательные катеры. Также, по словам заказчика проекта к строительству Керченского моста, событие не имеет отношения. Переправа продолжает сейчас работать.